У нас-то на старте. В итоге 13-766 финальная оценка у Пашкина. Да, маловато, да, конечно, неудача. Денис Облязин. Ух, двойное согнувшись назад. Тоже какая мощь. Видна мощь. Значит, у нас первый мальчик прыгал в группированное сальто вращение, а этот согнувшись и тоже на сумасшедшей фазе полета. Просто ну, чувствуется мощь. Вот даже не могу найти другое слово. Ну здорово. И контролирует как группировку. Опять вот досадное. Как же приземление ему вот все-таки почище. Это было по форме очень хорошо. Давайте еще раз посмотрим. Прямое тело. Оно должно быть при вращении прямым. Здесь разбег мощнейший. Вот здесь чуть-чуть наскок. Нет, хорошо. Кстати, смотрите, держал даже ровно. Смотрите, не развел ни на йоту. Это Денис, умница. Ну.